сегодня к нам на передачу и в гости пришла создательница бренда Мико Катерина Маданцева. Она уже 7 лет развивает эту компанию, и она создает очень красивую и полезную и приятную продукцию, которая очень вкусно пахнет. И ну и для меня это прежде всего, наверное, этот момент, что она очень вкусно пахнет и она очень эффективна. Спасибо, Катя. Спасибо, что пришла к нам. Лена, да. Здравствуйте. Я очень рада рассказать сегодня Саше о особенностях ухода за собой. Да, действительно, потому что многие мамы не передавали, как ухаживать за собой, да? Очень важно сохранять свою красоту. Потому что часто как раз в молодости кожа, почему да, часто проблемная становится? Потому что мы начинаем пользоваться какими-то агрессивными средствами для очищения. Вот. А кожа очень чувствительна, вот, и потом проблема за проблемой начинается. Вот. А если научиться правильно очищать кожу, то некоторые проблемы они не будут потом усугубляться. То есть не намыливать вечером, смывая тушь, все лицо. Да, вообще. Или смотря чем. Особенности молодой кожи, да, то есть когда есть проблемная кожа, воспаление, акне, то там повышенный pH, да, как раз у кожи есть определенный pH. Вот что это такое? Это когда кожа имеет кислотную мантию, да, такую, вот, то есть 5,5 там есть. Вот. А когда кожа идет с воспалениями, то там бактерий больше, pH высокий. И если мы будем умываться мылом, очищать кожу мылом, то получается мы будем наоборот провоцировать развитие бактерий. Uh-huh. Вот. И в этом плане, конечно, важно, например, для чувствительной кожи с проблемами тоже использовать бережные очищающие средства, не агрессивные какие-то. Вот. А тогда кожа постепенно будет оздоравливаться. Вот. И здесь мы сегодня поговорим как раз, что важно правильно очищать кожу, тонизировать и подбирать уже потом крем себе по типу кожи. Вот. Но желательно еще как раз вот, чтобы было очищающее средство, это может быть молочко, лосьон, да, пенка какая-то для очищения. Вот. Потом мы тонизируем кожу, то есть снимаем остатки моющего средства. Вот. А тонизация нужна как раз для того, чтобы и удалить излишки, очистить кожу полностью, вот. Ну и протонизировать ее, чтобы она стала более свежей. Здесь подойдут какие-то тоники для лица. Вот. А сейчас гидролаты тоже большой популярностью пользуются. Это, по сути, чистый экстракт растения. Вот. И можно уже подобрать для проблемной кожи, например, гидролат подойдет. Для чувствительной гидролат вам, для проблемной кожи подойдет гидролат гамамелиса. Для чувствительной гидролат лаванды. Вот. Для возрастной кожи очень хорошо гидролат василька использовать. Вот. Ну, таким образом тоже можно себе подобрать под тип кожи. А дальше мы уже выбираем себе крема. Вот. И в целом тоже раньше у нас, знаете, такое деление было, да? Что сухая кожа, да? Жирная кожа. Вот. Не было каких-то пограничных. Вот сейчас в основном, конечно, уходит от этой системы, когда мы понимаем, что кожа недостаточно увлажнения, но есть воспаление, да, бывает же такое? Да. Тоже вроде бы да. И сухая, и в то же время там, да, присутствует. Вот. Бывает, например, что излишний жир вырабатывается, да, но, например, там нет акне, да, каких-то воспалений, да, то есть только сальность повышена. Вот. Соответственно, сейчас крема, они идут больше, например, увлажняют, да, например, то есть они подойдут, может, для проблемной кожи, да, и для сухой кожи, но именно будут увлажнять кожу. Вот. То есть жирную кожу тоже надо увлажнять, да. Не только обезжиривать целыми днями, но и питать. Да, и вот всегда, да, мы говорим, вот хорошо, у кого сухая кожа, да, жирно же все время нужно там что-то промакивать, да, убирать излишки жира, как-то работать с ней. На самом деле, те, у кого жирная кожа, у них и дольше сохраняется молодость кожи. То есть в этом плане им повезло, потому что сухая кожа, на ней больше морщинок, она больше подвержена каким-то агрессивным внешним факторам, она более чувствительна. Да. Вот. И получается, что, например, вы можете взять себе крем для увлажнения, а уже точечно наносить крем для проблемной кожи. И когда у вас, например, здесь будет один крем, да, на Т-зону вы будете другой крем наносить,
Вот. Ну и тоже разберем, в интернете до сих пор, иногда сейчас очень популярны бьюти-блогеры, да, говорят, как выдавливать там прыщи, да, на самом деле, там, как убирать черные точки. Вот. Желательно просто сделать раз, два раза в неделю процедуру, да, делать маску для очищения кожи, именно чтобы убирать черные точки. Да, да. Вот, чтобы механическим способом, да, только усугубляет, да, способом. Как показывает моя многолетняя практика. Я до конца не верила, что их не надо выдавливать. И всегда не могла удержаться. В какой-то момент все равно подходила к зеркалу, но на следующий день меня всегда ждал неприятный сюрприз. Да, и потом вот эти такие такие шрамы, которые образуются на коже, тоже потом никуда не уберешь. Хорошо, у кого-то заживают, а потом у кого-то такое все лицо в шрамах маленьких, но все равно неприятно. Ты можешь рассказать про очищение вот этого? Правильно, более очищение. Глубокое. Да, вот сейчас такая есть концепция очищения маслом. Да, странно. Сейчас гидрофильные масла есть, которые именно очищают кожу. Из Японии пришла такая концепция. У Мико тоже есть гидрофильное масло имбирь, которое как раз вот очищает кожу. В чем концепция, которая подразумевает? Во-первых, то, что это нейтральный pH, да, масло не обладает pH. Вот, и поэтому оно не будет травматичным для кожи, да, там сушить ее, обезжиривать. Но почему важно очищать, например, маслом? В течение дня на коже образуется кожный жир. Вот, его нужно как-то убрать с лица. Раньше использовались павы, да, пеномоющие компоненты. Но часто вот эти очищающие пенные продукты, они содержат, например, агрессивный СЛС. То есть при разовом воздействии он не окажет сильного, да, какого-то воздействия негативного, но при регулярном применении кожа может как раз стать сухой, да, проблема может усугубиться еще больше. Вот, и получается, что как раз масло, оно, когда его наносишь на кожу, оно растворяет масло, да, то есть оно очищает. Вот, в этом плане наносишь на лицо, вот, оставляешь на 3-5 минут, как раз очищаются поры. Так удивительно, это совершенно не похоже на ту систему, которая сложилась в голове за годы изучения, там, такого поверхностного изучения всей этой уходовой темы за лицом. И всегда кажется, что если у тебя грязь, надо намылить мылом, пеной чем-то, да, чтобы все растворилось. Но как результат девушек, которые начинают пользоваться маслом? Ну и получается, когда ты нанес маску, оставил на 2-3 минуты, у тебя как раз в масках перешли вот компоненты жира, вот эти черные точки. Да, это, по сути, это черный жир. Да. Это застывший жир, который на воздухе окисляется. И получается вот эта черная как раз точка. Вот. А так, когда ты весь жир переходит в масло, да, ты потом смываешь водой, оно превращается в молочко, легко удаляется, то есть смывается полностью. У тебя получается, ты и молочком очистил, и жир весь убрал, и кожа, она бережно очищена и чистая. И многие даже, вот особенно сейчас, все равно там зима, весна, более питание, да, потому что у нас радиаторы активно работают, да, кожа все равно сохнет от них, воздух сухой в помещениях. Но летом, например, кому-то достаточно даже просто правильного очищения, кожа сама дышит, да, бывает такое на юге, не хочется наносить, там, 10 слоев косметики. Вот, в этом плане, как раз хорошо очистил кожу, кожа сама начинает хорошо работать. Вот. Но бывает, например, действительно, кому-то кажется, да, что вроде бы там жир остается, да, хочется как-то посильнее очистить. Сейчас тоже вот у нас в ассортименте есть пенка, она очищает за счет экстракта черемои. То есть пенится не за счет какого-то там СЛС, да. Вот, можно подобрать себе какую-то тоже пенку, да, или, может быть, молочко. Можно молочком очищать кожу. Вот. И тоже это будет такой понятный продукт. Вот. Ну, тщательно очищать, но потом обязательно после молочка, например, тонизировать кожу. У кого сухая кожа, я рекомендую использовать, например, молочко, потому что молочко, вот, особенно если там натуральный состав, его очистил кожу, и можно не смывать. Это в поезде удобно, где-то в путешествиях, ну и также тем, у кого сухая кожа, потому что вода, она сушит кожу. Вот, и поэтому сухой кожей лучше часто не соприкасаться, да, с источником обезжиривания. Вот, и поэтому молочко будет очень кстати. Вот. Как
кожи, да, например, можно использовать вот гидролат, потому что ты его можно просто пшикать на лицо, можно вот гидролат использовать не только, сейчас попробуй, вот, можно использовать не только для очищения, но, например, мы поехали куда-то в командировку, или мы поехали отдыхать в самолете, очень сухой воздух, да, и как раз можно использовать вместо термальной воды, например, гидролат лаванды, да, гидролат лаванды, вот он тоже здесь есть, он очень хорошо помогает при чувствительной сухой коже и при ожогах, например, да, если случится солнечное. Из чего состоит, как вы думаете, да? Там, например, будет вот столько-то, например, там растительных масел или минеральных масел. А что такое минеральные масла? Продукты нефтепереработки, да, это побочный продукт нефтепереработки. Получается, там могут быть натуральные растительные, например, масла, да, могут быть нефтепереработки. То есть ты, по сути, берешь крем, наносишь, и у тебя там как полиэтиленовый пакет, да, вот эти ПЭГи сокращения в составах бывают, минеральные масла. Вот, по сути, ты вот нанес вот эту пленочку и ходишь, да, а что коже нужно в течение дня? Ей нужно дышать, ей нужно выделять какие-то компоненты в окружающей среде. А получается, что под этой пленочкой все скапливается, как в теплице, да, ничего не выходит, парниковый эффект. И там как раз вот под этой пленочкой могут возникать такие воспаления. Нам кажется, ой, аллергия на косметику пошла. На самом деле, натуральная косметика, да, если у вас конкретно нет аллергии на апельсин, она вас не вызовет, да, аллергию, нужно просто знать, если у вас на какие-то конкретные виды растения. А так она именно лечит. И в основном все растения, они направлены на то, чтобы там, решить конкретную проблему. Причем в экстракте же много компонентов. Это же не одно какое-то воздействие, это же именно там и воспаление снимается, и кожа успокаивается, и, например, заживляется, да, и, чтобы не было рубца, да, например. То есть очень много компонентов работают на здоровье кожи. Вот. И получается, что если у тебя здесь минеральная масса, да, потом у тебя идет какое-то количество воды в креме. Вот, потом у тебя, чтобы воду, масло смешать, нужен эмульгатор. Тоже эмульгатор. Вот как раз там часто тоже синтетические эмульгаторы, которые создают эмульсию однородную, да, кремовую. Uh-huh. Вот. То есть, например, если мы воду, масло смешаем, у нас же будет вода и масло, да, Саша? Вот, а так вот попробуем, например. Видишь, а тут как бы такого светлого цвета, да, однородная эмульсия. Вот, как раз эмульгатор позволяет создавать такую кремовую эмульсию. Вот. Там в каких-то продуктах там еще будет, например, нужно же законсервировать всю эту систему, да? Вот. Потому что мы покупаем косметику, а там срок годности 2-3 года. Вот, а вспомните, мы когда суп дома готовим, срок годности, ну то, что все нужно свежим кушать, это понятно, да? Ну, максимум 3 дня в холодильнике. Конечно, лучше вообще свежее кушать. Ну, 3 дня, точно так же косметика. Если ее не сконсервировать, она будет 3 дня жить. Вот, поэтому консерванты нужны надежные. Консерванты тоже бывают агрессивные, да? Сильные тоже можно изучить, кому важна безопасность своей кожи. Ну, то есть консерванты, есть экстракты, наконец-то, да? В этой всей системе что-то есть полезное. Потому что вода мы и так умоемся, масло тоже есть. Эмульгатор нужен только, чтобы сделать эмульсию. В принципе, кожа там не нужна, да? Ну вот консервант нашей коже тоже не нужен, да. Мы могли бы с удовольствием свежую косметику использовать, если бы была возможность. Вот. Ну и получается экстракты, какие-то полезные добавки, витамины, да, вот, какие-то новые ингредиенты, гуаранная кислота, да, вот все эти компоненты, это вот активные добавки. Вот. Ну что еще в косметике есть? Цвет. Это краситель. Да. Нужен нашей коже? Нет. Да. Он нужен, чтобы мы красивый продукт наносили, потому что часто бывают масла желтые, например, да? Эмульгатор будет серым, например. Вот. И получается, что нужно же, чтобы женщина красивый продукт на себя наносила. Вот. И что еще в косметике, если ты отметила как раз, что тебе важно? Запах, да, обязательно. Поэтому обычная косметика – это просто такой запах духов, какого-то парфюма, который ты не готов целый день нюхать. И у меня муж очень чувствителен к запаху от косметики, и твою косметику он одобрил. Это очень большой показатель. Я думаю, здесь не только это влияет на то, что вы качественно питаетесь, вот, потому что у вас очень тонкое обоняние и восприятие, и синтетические запахи, они пахнут, они очень грубые. Вот. А эфирные масла, это же эссенции растения.
Вот, они очень тонко пахнут, да. А другие люди, например, те, кто пробовал в основном обычную косметику, они переходят на натуральный, говорят, ой, как пахнет. Потому что, представляете, если до этого чек там запахом там ванили, да, а там был ванилин. Да. Вот сравни запах ванилина и ванили, да. Ванилин это одна молекула синтетического, сильно пахнущая, да, и ваниль. Там 90 компонентов, да, разных совершенно, вот. И более тонкое, да, такое восприятие. И когда мы привыкаем к этим плоским молекулам, да, у нас что, обоняние заглушается, и мы не слышим запах, вот, и нам кажется, ну, пахнет и пахнет, и мы привыкли. И когда мы слышим, например, косметику, где много компонентов, да, например, эфирные маски, там до 300 компонентов содержится, а там не одна, не три молекулы, да, как в обычной дешевой какой-то отдушке, вот, то получается, человек вдыхает, и сложно. Это так же, как молодой человек, например, он до этого слушал тяжелый рок, да, там тяжелые басы и все. А потом мама привела его на концерт высокой музыки. Он говорит, что здесь скрипка, там столько инструментов, и это такое богатство там в разной там гамме, да, все это игра. Он такой, что это, я не могу это слушать. Вот, тут точно так же наше обоняние работает. То есть люди, кто привык к обычной косметике, не надо пугаться, что натурально пахнет как-то там травой, да? Вот, то есть это тоже такой переход от обычной косметики там к натуральной, да, по запаху даже. И если тебе запах не нравится, ты не сможешь этим пользоваться, согласись? Да, это же невозможно. Это важная сама процедура. Да, да. Вот, здесь очень важно, когда ты ухаживаешь за собой, воспринимать это именно как уход за собой, да? Что это именно процедура для тебя, там, любовь к своему телу, к себе, да, ты вкладываешь в себя энергию. Вот. И получается, что если запах не нравится, конечно, не стоит брать. Может быть, начать с каких-то, может быть, цитрусовых ароматов, да, более знакомых, лайм, мята, ну, да, такие ароматы. Да. Вот. А постепенно уже знакомиться с другими ароматами. Потому что, с другой стороны, почему важно использовать все-таки натуральные отдушки? Потому что синтетические отдушки уже доказано, они накапливаются в организме 4 года. И у вас через 4 года может развиться аллергия. Это уже доказано. То есть аллергия может быть на пшеницу, а первоисточником возникновения аллергии, например, была отдушка в стиральном порошке. Вот. И поэтому отдушки, они накапливаются. Вот, они там один раз ничего не случится, да? Но это синтетический компонент, который не знаком нашему телу, да, как синтетические таблетки. Да. Они почему-то там откладываются у нас, например, в почках. Натуральные витамины усваиваются, а синтетические нет. Точно так же и аллергены, да? Они синтетические компоненты, они где-то откладываются и влияют на иммунитет. И постепенно вот этот уровень стресса, да, что маленькое количество аллергена организм может вынести. А когда он постоянно накапливается, организм уже не может справиться. У него иммунитет снижается. И получается, что аллергия. И в этом плане здорово все-таки использовать либо без отдушек косметику, да, либо вот именно, чтобы натуральные были компоненты. Второй момент. Эфирные масла проникают в глубокие слои кожи. То есть косметика с эфирными маслами – это 100% эффективная косметика. Почему? Как это доказать? Если мы возьмем растительное масло, ложку, добавим туда 2-3 капли масла эвкалипта и нанесли на спину. Через 40 минут мы будем выдыхать компоненты этого масла из легких. Можешь рассказать? Да, но вообще в течение дня как раз тоже у кожи есть определенные циклы. Здорово, что ты сказала, что приходишь после школы и очищаешь кожу. Потому что у женщин часто есть такая проблема, что мы закрутились, пришли с работы, у нас ужин, дети, там, и мы перед сном уже начинаем снимать косметику. Вот. А здесь как раз важно, что когда мы утром просыпаемся, да, то мы очищаем кожу, мы наносим крем, да, потому что утром, почему важно нанести крем? Потому что скоро будет особенно активное солнце, да, хорошо, если крем будет с SPF, вот, но чтобы защищать кожу от ультрафиолета. Ультрафиолет, он разрушает, по сути, да, нашу кожу, то есть кожа становится с морщинами, потому что вырабатываются в коже свободные радикалы, да, которые как раз являются, ну, как бы, первопричиной морщинок будущих. Вот, и поэтому кожу важно защитить от внешних факторов, да, то есть если есть проблемы с кожей, да, то есть тоже ей нужно такую защиту дать натуральную, но защиту, чтобы кожа могла дышать, вот, но при этом она была защищена тоже от окружающей среды. Вот. А вечером желательно не использовать косметику, да, за 2 часа до сна, так же, как
кушать, да? Мы же перед сном не наедаемся, чтобы организму было время переработать еду, да, и ночью отдыхать. Вот. И точно так же и кожа. Есть часы, когда она более активно считается днем, да, чтобы она лучше воспринимала все маски. Вот. А вечером коже нужно просто снять косметику, да, если нужно там, нанести какую-то маску для, может быть, снятия воспаления или для повышения тургора кожи, вот, эластичности, и потом уже, например, нанести крем. Многие даже рекомендуют использовать крем безжировой, чтобы как раз ночью кожа не была перегружена. Вот. И важно как раз именно не перед сном, потому что у кожи будет время на то, чтобы отдохнуть, да, и ночью выполнять свои функции. Потому что кожа, на самом деле, если мы ей правильно подбираем уход, она начинает сама работать. Это идеальное состояние женщины, да, когда не нужно много усилий, а кожа сама по себе хорошо работает. Желательно найти такую идеальную формулу. Вот. И, конечно, маски желательно делать хотя бы два раза в неделю для своей проблемы. То есть кто-то Т-зону, да, очищает, кто-то противовоспалительные маски использует. Вот. У кого-то сухая кожа, тоже маски сейчас есть увлажняющие, желательно их делать. Потому что если, с одной стороны, мы чувствуем состояние кожи, да, вот хорошо как раз, потому что я тоже чувствую, если мне нужно больше увлажнения, я беру один крем. Если я чувствую, что у меня уже воспаление где-то пошли по коже, да, там с радости переела, вот, то я начинаю там противовоспалительные на эти места использовать крем. С одной стороны, чувствовать свою кожу, да, и с другой стороны, понимать, что это как вот волосы, да, что мы регулярно их моем, так же и маски, например, что мы знаем, что у нас кожа склонна к чему-то, да. И если мы, с одной стороны, будем их нерегулярно делать, да, там раз в неделю, да, там неделю не по делу, то кожа может быть недостаточно иммунитета, да, а маски, они же содержат экстракты, вот. И экстракты при регулярном применении, они дают такой именно лечебный эффект. То есть, может быть, вы нанесли разовую маску, такого быстрого эффекта мы не увидим. Вот. А если мы постепенно, да, каждый раз регулярно используем, то будет накопительный эффект. Экстракты накапливаются, да, дают высокий эффект, какие-то другие полезные компоненты. Вот. И тогда ты сможешь именно перейти на состояние от ухода проблем, да, просто ухода за собой, вот, если у тебя будет регулярность. Тоже, как говорят, по сезону. Зимой нам нужно больше увлажнения, да, может быть, кожу как раз увлажнять. Но у тебя и зимой, как ты говоришь, да, жирные крема не любишь? Нет, зимой более достаточно жирные. Да, вот у нас в целом бывает, что мы зимой все равно более жирные, питательные крема используем. Вот. Весной у нас недостаточно витаминов. И мы начинаем делать более активно маски. Кто-то начинает за волосами тоже весной ухаживать. Вот, например, от сухих кончиков можно использовать маска брокколи, очень хорошо сухость кончиков устраняет. Сейчас есть тоже воск для волос, да, это специальный воск, который склеивает кончики волос, и они перестают сечься. Вот, маски от выпадения волос. Есть тоже эфирная маска. Эфирная маска – это очень концентрированная эссенция. Вот, их чистыми, можно сказать, не используют. Только чайное дерево, например, можно точечно, да, от воспаления использовать, или омега-3 стопы. Вот, лаванду можно чистым использовать. Но остальные эфирные маски можно, например, добавлять косметику. То есть у вас есть маска для волос, вы, например, там берете какое-то количество маски и уже в маску добавляете, например, 2 капельки масла Бея. Вот, и эфирная маска Бея, она очень хорошо предотвращает выпадение волос. Она улучшает питание луковиц. Вот, и волосы буквально там через 3 маски у вас уже будут хорошо, например, расти, перестанут выпадать. Вот. Точно так же маски какие-то повседневные можно использовать перед началом весны. Вот. Ну, весной, в принципе, надо начать защищать кожу от солнца. Потому что зимой, если у нас еще не так активно солнце работает, вот, то весной обязательно иметь, особенно женщинам постарше, крем с SPF. Потому что тогда у нас кожа будет лучше сохраняться, такая защита. Есть еще такое понятие, как скрабы, да? Вот, то есть маски мы разобрали, что желательно 1-2 раза в неделю использовать, если есть какие-то особенности кожи. Вот. Ну, например, скрабы. Скрабы у нас есть тоже для лица, для тела, но вообще не рекомендуется скрабы использовать чаще 1 раза в неделю. Вот. То есть, в принципе, кто-то их использует вообще только по сезону, например,
осенью, когда надо обновить кожу, да, после лета кожа начинает обновляться, и как бы сухость, чтобы эту лишнюю убрать, кожа обновляется, мы помогаем скрабом. Вот, точно так же в конце зимы кожа начинает обновляться, мы тоже скраб используем. Кто-то как регулярно использует, потому что когда мы становимся старше, тоже скраб, он по сути убирает верхний слой кожи, и кожа выглядит моложе. То есть, когда молодая кожа, там, конечно, такой проблемы нет. Вот. Но когда проблемная кожа со склонностью к акне, какие-то воспаления бывают, то желательно скрабы не использовать, потому что скрабы, они могут травмировать и так проблемную кожу и разносить инфекцию на более здоровые участки. Поэтому для проблемной кожи можно использовать пилинги. Но нужно тоже подбирать себе пилинг по проблеме. Вот в целом пилинги, они, во-первых, кислый паршин имеют, да, то есть они убивают бактерии. Во-вторых, они будут тоже обновлять кожу, кожа будет более здоровая. Вот. И пилинги тоже желательно использовать не во время активного солнца, а как раз, может быть, сейчас, когда солнце не такое активное, ну и днем наносить крем с SPF. Потому что пилинг, он за счет кислот работает, то есть там pH может быть там 3, да, наша кожа 5,5. Ты наносишь пилинг, он как крем такой, как масочка выглядит, вот, оставляешь, в зависимости там тоже от производителя, нужно смотреть описание каждому пилингу, например, на 15 минут, ну, там, на 30, вот, и потом смываешь. У кожи, вот, если женщина старше 30, то там действительно видно, что морщинки уходят, сухость кожи уходит, то есть кожа, она как новая, вот, и уже этот слой, ну, его легче защищать, там, от солнца, да, там, меньше проблем, да, потому что сухость у кожи уходит, и так далее. То есть кто-то делает несколько пилингов, например, там раз в неделю, несколько недель делает как курсом, и кожа действительно потом очень молодо выглядит, очень ухоженно. Вот. Но пока молодой, в принципе, кожа и так хорошо себя чувствует, но можно тоже какие-то лечебные пилинги использовать. Тем более, пока солнце не активное. Летом их не рекомендуют использовать, на юге не рекомендуют использовать. Вот. У нас из дополнительных уходов что еще бывает? Маски, скрабы. Бывают какие-то на отдельные зоны. Да? Сейчас еще как говорят, что маски очень модные. Сейчас используют, например, на Т-зону одну маску сюда, там увлажняющую маску, здесь там от черных точек, сюда там еще от чего-нибудь. Если мы используем маски для ухода за лицом, то есть тоже такие ограничения, что, например, не более 20-30 дней чистая маска кто-то курсом использует. Потому что если использовать, например, там месяц-два просто маска вместо крема, то кожа становится очень плотной. То есть представляете, что если мы лист бумаги будем промасливать, потом высушим. Он такой будет очень жесткий такой, да? Вот. И точно так же наша кожа, она станет грубее, если мы будем использовать чистые масла много. А вот масла очень хорошо использовать как раз как маски, да, например, тоже два раза в неделю, например, да, для массажа или просто в целом, что кожа сухая, хочется ее подпитать. Очень много видов масел, я не знаю, 70 видов масел сейчас представлено и у нас в ассортименте, у других производителей. Вот тоже можно подобрать и масла с увлажняющим эффектом, да, которые очень легкие, но при этом хорошо впитываются. Например, масло арбузных семян. Хорошо для проблемной кожи. Оно настолько свежее, что даже когда это масло используешь, кажется, что это вот даже не масло, да? Его для проблемной кожи хорошо использовать. Вот. Есть масла, например, таману, когда точечно тоже используют для проблемной кожи. Есть масла, например, барага, тоже масло нима, которое при псориазе используется, то есть лечат кожу. При атопическом дерматите помогают. Ну, зимой мы используем более плотные масла, масло ши, какао, твердые масла. Они насыщены жирной кислотой, вот, то есть они плотные. И кожу зимой как раз хорошо защищают от ветра. То есть, если вы пошли на улицу, и ребенку не надо наносить крем на щечки, потому что крем содержит воду. И если ребенок выйдет на улицу, да, то вода замерзнет, крем полностью не питается, и может быть микротрещинки на коже появятся. А вот масло чистое можно использовать, потому что масло, оно защищает снаружи, и для кожи это не травматично. То есть это вот тоже особенность ухода зимой, да, за своей кожей, когда перед самим выходом желательно крем не наносить. Именно тоже там за полчаса, за час до выхода на улицу.
Вот. Ну и масла. А летом нам хочется легких масел, да, и поэтому жидкие масла летом, они в большем фаворите. Вот, тоже можно подобрать масло под себя, это очень индивидуально. Какие-то масла могут забивать поры. Вы можете найти целый список масел, которые забивают поры, но конкретно, например, персиковых семян не забивает, а у вас может забить. Это очень тоже индивидуально, здесь можно подбирать. И что важно, вы наносите небольшое количество масла, да, по, как раз, как Саша сказала, по линиям, вот. А потом, через 5 минут, промакиваете салфеткой, да, чтобы то, что нужно, ваша кожа уже взяла. А остатки – это уже то, что не нужно вашей коже, поэтому это легко можно убрать салфеткой, и тогда ваша кожа будет очень ухоженно выглядеть уже через короткое время. Вот. Ну, соответственно, вот масло органы, я его держу, это считается золотым маслом, оно очень богато по составу и действительно повышает эластичность кожи за короткое время. Вот. Есть масла ухода за волосами, там еще есть свои особенности, то есть очень часто, да, мы знаем, что для роста волос надо репейное масло, да, или там касторовое, но касторовое невозможно смыть со своих волос, то есть те, кто не пробовал, да, попробуют, увидят, что там 6 раз нужно помыть волосы, чтобы касторовое масло смыть. И здесь как раз тоже особенность, что можно масла теплые наносить, то есть нагревать их на водяной бане, вот, то есть там чашечку с водой, да, туда ставить уже масло, да, в какой-то мисочке добавить масло, вот, нагреть. И если мы наносим теплые масла на кожу головы, на кончики волос, то вот этот жир, да, он как-то легче впитывается и без излишка. И, в принципе, достаточно 40 минут, чтобы то, что нужно, волосы взяли, кожа взяла. Некоторые говорят, спать всю ночь с этим маслом. Я не рекомендую, потому что на самом деле то, что нужно организму, он берет в первые 15-20 минут. Дальше это уже излишек, и волосы, наоборот, будут слишком там сальные. Вот. Все-таки лучше делать несколько раз в неделю, но просто 40 минут. Вот. Накрывать волосы шапочкой, да, теплой, чтобы тепло сохранялось. Ну, тогда будет хороший эффект. И, в принципе, вот для кончиков волос очень хорошо использовать масло брокколи. Обязательно попробуйте, если никогда не пробовали. Масло брокколи вообще волосы делает эластичными, устраняет ломкость, сухость волос, запутанность волос буквально за 3 применения. Вот, тоже на будущее можно иметь в виду, или по ножкам, длинные волосы, косары под цель. Здорово использовать масло брокколи. У него особый состав, оно по сути заменяет силиконы. Силиконы в шампунях часто используются, да, и вот с одной стороны это беда современных продуктов для волос, потому что силиконы, они имеют крупную молекулу. И когда они проникают, да, в глубь волоса, они там оседают, часть улетучивается, а часть остается, и получается, что со временем разрывается структура волоса. Вот, и волосы становятся ломкими. Они есть и в масках для волос, и в кондиционерах эти силиконы. И получается, что мы наносим маску, чтобы устранить ломкость, а получается, мы усугубляем проблему постепенно. И поэтому, конечно, вот, маска брокколи, она по составу схожа, да, похожа на действие силиконов. Но это именно натуральный продукт, без побочных каких-то воздействий. Вот. Можно тебе еще раз спросить? Про волосы разговаривали. Я сейчас расчу волосы. И что ты можешь посоветовать, чтобы они быстро росли? Тоже можно делать маски с перцем, с имбирем. Масло имбиря хорошо разогревает тоже, и волосы хорошо растут. У нас, если бы ты сказала заранее, вот, у нас есть маска имбирь. Она очень хорошо как раз позволяет расти волосы, то есть буквально вот настолько. Сейчас очень хорошее время, весна, когда все хорошо начинает расти. Вот. И в природе, и у нас тоже циклы мы подвержены природе. Вот. Соответственно, сейчас очень хорошее время, можно готовую маску взять для роста волос, она очень хорошо помогает. Можно делать какие-то именно тоже теплые масла, да, для маски для волос, где используют разогревающие какие-то компоненты. Знаешь, я использую после того, как умыла волосы, гель алоэ, наношу вместо бальзамовой маски. Лучше питает и тоже как сильно волосы после этого просли достаточно. Хорошо, здорово. За идею. Спасибо. Вот ты пришла к нам, и мне очень приятно, что ты была.
побывала у нас в гостях и рассказала нашим зрительницам о том, как ухаживать за кожей лучше, экологичнее и с пользой на будущее. Ведь надо думать не только о сегодняшнем дне в уходе за кожей, но и о нашем будущем, потому что кожа для женщины — это такой ресурс. И чем дольше она будет красивой, молодой и ухоженной, тем дольше мы будем чувствовать себя молодыми. И я хотела бы спросить, ну, предложить тебе что-нибудь пожелать нашим дорогим женщинам, ведь скоро праздник 8 марта, и что бы ты хотела пожелать нашим прекрасным дамам? Я желаю всегда оставаться радостной, счастливой, создавать пространство вокруг себя красивое, ну и чтобы всегда был рядом любящий мужчина, от которого светились бы глаза. Спасибо большое. Спасибо, я не согласилась. Спасибо огромное. Спасибо, что рассказала.